Дом родителей Евгения Малкина больше похож на музей. Музей, посвященный их сыну. Какой-нибудь питтсбургский фанат многое бы отдал, чтобы здесь побывать. Клюшка за 100-й гол в НХЛ, медали с чемпионатов мира, памятные шайбы, многочисленные детские призы, хрустальный кубок Стэнли. Евгений смотрит с фотографий, с портретов и даже с гранитной мозаики. Венчает коллекцию поистине великолепное украшение – перстень победителю Кубка Стэнли. Причем специально для отца сделана его уменьшенная копия, специально для матери – подвеска. Ну а вот так выглядит оригинал – огромный, усыпанный бриллиантами, именной перстень Евгения Малкина. И если его материальная стоимость поддается исчислению, то победа, которую он олицетворяет, бесценна. Сколько там карат? Я не знаю. Не знаешь, не интересовался? Нет, там выдавали, конечно, документы, и там было написано, ну, по-моему, там 3 или 4 даже карата. Ну, это, Кать, явно посерьезнее, чем наша. Да, так что вам есть к нему стремиться. Жень, но мы-то читали, что ты держишь чемпионский перстень в Питтсбурге, в сейфе. Ну, вот он, в Магнитогорске. Ты что, заметаешь следы? Это для меня даже неожиданно было, когда я узнал, что просто родители были в Америке, и они улетели после меня, и, наверное, мама забрала с собой перстень и привезла магнитку. Честно, я сам, это, честно, для меня было неожиданно, поэтому я скоро получу магнитку и заберу у мамы. Ну, мы рады, что устроили тебе такой сюрприз. Бедная мама, Жень. Что-то мы знаем о Жене больше, чем Женя знает о себе.